Сначала вы увидите опасную частью этой кобры. Что с коброй? Кобры очень ядовитые змеи. Очень опасная змея в Таиланде. Это сиамские кобры. Это молодой, он очень опытный и не боится эту змею. Осторожно! Эти кобры еще едят ядовитые зубы и едят. Если кобра укусит его, он скоро умирает. Осторожно! Я кобры очень быстро убиваю. Вот посмотрите. Это очень опасное представление. Это представление рисковой жизнью. Вот, давай, подходи. Осторожно. У них еще нет ядовитые зубы и едят. Если вы не верите, можно попробовать. Пожалуйста. 40 минут умираем. Осторожно, молодой. Эй! Ищи! Быстрее! Оп! О! Осторожно. Если потрогать ее, кобра немедленно укусит его. Вот посмотрите. Они всегда так, раздувая капюшон, и стоит постоянно так. Если кто-нибудь пили кровь ее, сегодня вечером вы будете стоять как кобра. Осторожно. Давай, быстрее. Это очень опасное дело. Если кобра укусит его, 40 минут умирает. Осторожно, молодой. У нас противоядие есть. Но свет нет. Далеко. Где паницы? На сердце хватает. Осторожно. О! У них очень острые зубы. Если они укусят, немедленно пустая, сразу пустая в одно время. Осторожно. Давай, подходи. Эй, кобра, ау. Осторожно. Это очень опасное представление. Давай, сейчас посмотрите, как он будет человек ее. О, осторожно, руку. Давай, посилуй ее. Эй! Кобра, я тебя очень люблю. Он может человать ее, но если кобра посилуй ее, он умирает. Давай, еще раз. Вот посмотрите, как он очень опытный. Быстрый. Только осторожно. Ах, молодец. Сейчас он не будет делать. Он раскусит ее. Это очень опасно. Потому что я находится где только на голове. Вот сейчас он уже пил немного.